6 апреля Сиверский район посетил член Русского географического общества, директор Краевого центра туризма и экскурсии Константин Мержоев. Он встретился со школьниками, ребятами-туристами из ЦРТДЮ, активистами молодежного клуба «Собер». Константин Мержоев руководил уникальной экспедицией «Россия-2021». Ее участники на велосипедах преодолели более 35 тысяч километров вдоль границ России. Ребята с интересом слушали рассказы путешественника о своих походах и интересные факты о России. Константин Мержоев уверен, подобные мероприятия способствуют развитию патриотизма среди молодежи. Меня сподвигло на этот проект, это то, что мне не нравится то, что мы начинаем забывать о том, кто мы есть на самом деле. Я имею в виду и народ, кто мы, я имею в виду наши традиции, обычаи. Также пообщался Константин Мержоев и с участниками районных управлений, представителями образования. Участники встречи в неформальной обстановке обсудили проблемы развития детско-юношеского туризма в Сиверском районе и наметили перспективы его развития.